День открытых дверей состоялся в колледже «Энергия» в кластере «Машиностроение» в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Двери колледжа открыли для будущих абитуриентов и их родителей. Семен Данилов пришел по совету старшей сестры. Она сама получает здесь профессию и рекомендует поступать брату. Меня интересует поступить на какую-нибудь техническую специальность, потому что это сейчас, во-первых, востребовано, во-вторых, меня это интересует. Разные конструкторы, те же самые роботы. Девятиклассников провели по современным мастерским колледжа, познакомились с профессиями будущего. Федеральный проект «Профессионалитет» позволяет формировать новое качество рабочих кадров. Ведь именно практической подготовке здесь уделяют основное внимание. Желающих оказаться в числе студентов колледжа огромное количество. Например, на 25 бюджетных мест по направлению информационные системы программирования приемная комиссия в этом году приняла сразу 200 заявлений. Это новое слово в системе профессионального образования. Дает широкие возможности студентам получить качественное, высоковостребованное образование, найти работу на предприятиях города Московской области. У нас много партнеров, научно-производственное объединение машиностроения, авиационная корпорация «Рубин», другие достаточно крупные, весомые, значимые предприятия. Предприятия в основном оборонно-промышленного комплекса. В сентябре во время визита в колледж премьер-министра России Михаила Мишустина губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил начать готовить кадры для предприятий малого и среднего бизнеса, а не только для промышленных гигантов. Глава правительства эту инициативу поддержал. Новые специальности появятся в рамках проекта «Профессионалитет» уже в следующем году. Дарья Матвеева, Станислав Хрычков, телеканал ТВ «Реутов».